Мы с Эльзой очень любим русскую кухню. Сегодня она мне приготовила настоящий русский холодец. Это нечто похожее на детское желе. Я люблю желе. Можно? Уже готово? Эльза, спасибо. Вот это да. В форме звездочки. Ну-ка, ну-ка. Там как будто мясо. Теперь мне понятно, почему дети в России так быстро взрослеют.